Это наш договор. Согласно этому договору, я должен приносить деньги, а ты кормить меня бутербродами. А как же любовь? Это основной пункт договора. Кто это? Это наш спонсор. Ты помнишь, я обслуживал переговоры банка с китайцами? Сегодня у них протокольное мероприятие. Сходи вместо меня. Познакомься. Мне не созвонила. Хорошая девочка, она на тебя глаз положила. Какой чудесный вечер. Прям как в сказке. А вы все время в ней живете, да? Зачем ты заводишься? За тем, что я исполнительница роли супруги, Сережа. А супруга — это счастливое домашнее животное для демонстрации экстерьера. Мой номер у вас есть, но вы знаете, чего я хочу. Пошла вон. Пошла вон! А что такое любовь? Ты прикидывала, та вещь, как была шлюха! Саша, стой! Самое главное здесь — договор. Я его нарушил один раз. Что из этого вышло? Я по-прежнему тебя очень люблю. Я тебя хочу. Да ради бога,